Ну, я сейчас не уже, знаете, про Украину тема такая вот, когда она возникла там, да, то есть я чуть ли домой торопишься уже после работы там, да, что там, открываешь сразу этот сайт. Кстати, РБК открываю чаще всего, кстати, смотрю там, какие новости, кто чего там и так далее. Потом включу «Россия-24» канал, сразу что там на Украине. Но вот сейчас это немножко уже как бы, когда каждый день, я что-то последние уже недели две или месяц уже, не знаю сколько, уже перестал смотреть. Что-то там одно, все опять обстреляли блокпост, опять обстреляли, не обстреляли, эти обстреляли, а те не стреляли, там, понимаешь, эти окружили, опять там какие-то дома вроде бы стрельнули. Это сейчас вроде банально, но как бы нам это бывает, ну, немножко как одно и то же, но с другой стороны, поняв, что там люди, там беженцы, и все это очень, это, но, наверное, должно это кончиться как-то, уже должно как-то закончиться. Я, честно говоря, сейчас не знаю, что там происходит. Просто не слежу в последнее время. Просто что-то перестал следить. Ну, вот. Но хочется, чтобы в любом случае, чтобы просто люди, обычные люди там жили нормально. Жили нормально, там, тем более русские люди. Чтобы просто жили. И чтобы это место вот, да, было спокойное. Чтобы люди ездили там в Крым отдыхать. Сейчас границы перекрыты там с Крымом. И все это как-то там... Пробки какие-то, все неразумно. То есть надо, чтобы все успокоилось.